как это. Возьмите на вооружение точное движение руки. Ну. Теперь. Это короткое движение. Для глубина движения, вы держите. Амплитуда шага. Это как бы всем сейчас информация, всех это есть. Просто все вы. Ну хорошо, пускай будет пока так. Смотрите, отсюда и отсюда. Да? То есть, когда вы идете в атаку и показываете локоть, здесь возникает ловушка. Нужно вывести атаку слегка углубленную внутрь. То есть, она должна быть стопырена локтем. Вот. Потому что это тоже централка. Поднять стойку. Скольжение. Скользение, потом шаг. Видите, не встаете, да? Плечо. То есть. Ну, у вас еще пока это не. Вот пока что, так сказать, в крови эта форма. А так вам сразу не перестроится. Значит, смотрите. Не. Такой набегает, да? Вот это активная работа здесь. Хара работает как пах. Мощная объединяющая ноги. Но не оббегаем вокруг точки здесь. Точка является местом связи. Но основное движение работает хард. Поэтому работать вот здесь можно. Еще раз. Положите на бедро так вот. И видите, шаг сделайте, я только не опускайте руку. Шаг. Пошла рука. Вот так. Еще раз шаг. Вот так. Активизируйте вот здесь свое движение. Сейчас попробуем.